Добро пожаловать на прохождение игры Alan Wake. С вами по-прежнему Андрей Доцент, и мы продолжаем искать выход с этого темного мира. А чтобы его найти, нужно идти на сигнал GPS. И мы надеемся, что этот сигнал придет нас к Томасу Зейну. Ну что, давайте продолжим. Так, что у нас тут? О, будильник. Нормально. Честно говоря, до сих пор не пойму, почему мы этот будильник собираем. Чё он нам даст? Хрен его пойми. Ладно, куда идти-то? Куда идти-то? А, может, дверцу? Стойте. Да, пнуть с ноги. На. Нормалёк. Склад какой-то, да? О-о-о-о. Гореть вам всем. Чёрт. Чёрт. Выгорай. Выгорай. Так. Вроде разобрались. Нужно идти дальше. Там красная коробка. Нас будут, кажется, сейчас зажимать в тиски. Так. Есть. Ага. Понятно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так. Там еще один бегает. Готово. Готово, разобрались. Так, патронов у нас не так-то и густо. Надо как-то по-нормальному научиться использовать эти штуки. Баллоны. Так. А здешний пыль, у меня кажется, здесь аллергия. Так. Нормально. Давайте-ка еще возьмем. Фальшфейра. Вещь хорошая. Позволяет прерывать любую атаку. Хотя бы на пару секунд. А эти пару секунд могут нам дорого стоить. Так. Что у нас здесь? Понял. Блять! Так. Сдохни. Ага, метают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Так. На. Зажались в угол. Так. Выжигаем. Готов. И еще раз. Есть. Все. Нормально так. В угол, конечно, забились, но зато они все под, скажем так, под линию огня попали. Причем очень хорошо. Ё-моё, сколько тут баллонов? Тут, оказывается, вас можно было всех раздолбать. Ладно. Ну, хотя бы так. Так, что у нас тут? Память. Ну-ка, давайте глянем. Память, мост, снова память, снова мост. Память. Хватит, нас ждут внизу, а у нас нет времени на... Аллен. Я знал, что здесь на самом деле нет, но все же сердце обливалось кровью. Я сберег Элис, но даже не помню, как это было. Несколько дней назад? Месяц назад? Еще раньше? Наверняка не узнаешь. Он еще память стал терять. Так, какой-то мост. Ага, нам предлагают идти сюда, но предлагаю посмотреть, а что еще здесь есть. Так, а, это, видимо, какой-то рычаг управления. Так, а тут что? Тут есть что-нибудь интересное? Читать. Это у нас красотка с роскошной попой, боящаяся темноты, настоящий оазис посреди пустыни. Так, ладно. Хрен с этим оазисом. А, вот как, ну все ясно. Так, ага, тут я хрен из два что сделал. А, все, понял, надо как-то. Так, ух, быстрая штуковина, кажется, пора бежать, Ал. Куда бежать? Мне сначала надо как-то сюда попасть.
Так, может быть... Нет, слишком далековато. Как сюда запрыгнуть-то? Для начала. Ведь хрен с два запрыгнешь еще. И тут... А, толкнуть. Все ясно. Все, толкнулись. Сейчас мы включим. Так. Погнали. Опа-на. Тихо. Куда ж ты, ядрить твою налево? За трос не судьба схватиться, да? Ой, Алан. Память. Мост. Толкнули. Так, теперь мы выждем вот это вот. Прочитаем на всякий случай. Ну, мало ли что, может, что-нибудь полезное узнаем. Так, надо, чтобы наш персонаж отдышался, иначе мы никуда не сможем прибежать. Погнали. Погнали. Так. Тихо. Алла, ты кажется чертовски опасным. И не говори. Так, двигаем. Так. Так. Давай. Так. Есть. Отлично, перезарядили. Готово. Смотрите, а. Закрывается. На! Пуль, конечно, у меня немного осталось, но у меня хотя бы дробовик есть. А это какое-никакое, но оружие. Лучше хоть что-то вообще иметь, чем вообще ничего. Память. Так, что у нас тут с памятью? Давайте глянем. Так, что он на этот раз вспомнит? Эй, солнце, иди сюда. У меня для тебя есть кое-что. Мне оставалось лишь надеяться, что с Элис все в порядке. Я не знал, что случилось с ней после того, как она выбралась. Ух ты, свечки. Свет горит. Ой. Зейн, это ты? Ой-ой-ой. Так, стоп, замри. Там, смотрите, тень. Вот так? Ага, только улыбнись, чуть пошире. Нет, это уже чересчур. Нужен загадочный вид, может даже немножко грозный. Сам знаешь, как люди любят всяких опасных обаяшек. Но я не опасен. Да ладно тебе. Пишешь вечно всякую жуть. Все люди кругом думают, что это тебе по опыту знакомо. В этой книге ты убиваешь Кейси, так что если будешь смахивать на убийц, получится самое то. Да-да. Сейчас хорошо было, повтори-ка. Ну просто прелесть. Опасная прелесть. Знаешь, я сомневалась насчет бороды, но теперь вижу, что ошибалась. Она тебе идет. Ладно, пожалуй, это все. Здорово, не терпится вылезти из этого костюма. А, жизнь-то налаживается. Да уж. Так вот, это было, когда я еще работал, когда чувствовал себя настоящим писателем, а не обманщиком. Это было приятное воспоминание. Лучше бы я его не видел. Куда идти-то? А, сюда. Так. Чё-то ни хрена не видно. Куда я вышел? Какой-то ком... А! Подвал спускаемся, все. О-о-о-о. Так, а это я где? Ща. Что за звук? Мы дома. И такое ощущение, что Том и Зейн здесь. Так, будильник берем. Берем будильник. Литиевые батарейки. Томас. Томас. Вот он, Томас. Алан, ты добрался. Это часть темной обители поспокойнее, по крайней мере, сейчас. Здесь мы можем поговорить, но у нас мало времени. Ну, давай поговорим. Зейн, как мне отсюда выбраться? То, с чем ты сталкиваешься, это все ты сам, даже наш разговор. Тьма наступает, и ее просто смело. Он пропал, он знал это, он знал. И у него не оставалось сил, он знал, что выхода нет. О, мир сбился с пути. Напрочь испортился. Нет, я здесь, Зейн, это не я, это просто, ну... Я не знаю, отголосок, галлюцинация, темная сущность.
Нет, темная сущность тут ни при чем, это сделал ты. Ты сам заключил себя в собственный кошмар. Ты сражаешься сам с собой. Вот тебе и новость. Так, Уэйк этого не понимал. Ему отсюда не выбраться, даже уже не проснуться. Его поглотит волна тьмы, она подступала. Она подступала! Заткнись! Черт! Нет, Алан, ты должен... Да что ж случилось? Зейн исчез! Сметенный нахлынувшим безумием, Уэйк чувствовал, как что-то грызет его разум. Так, тьма была не таким уж бедствием. Она была в нем, он ее чувствовал, он знал, что голос говорит правду. Это было даже трудно помыслить. Он не может, не мог разобраться в этом, не мог. Ему захотелось... Хотелось отдаться... течению, перестать думать и будь что будет. Твою мать, что происходит? Выжигай! Выжигай, говорю! Так! Есть! Выжгли! То есть мы сейчас уже не по сценарию все делаем, как бы, да? Нормально. Так, надо, видимо, спрыгнуть. Ни хрена себе там. Тьмище-то какая. Что это такое? Патроны. Ё-моё! Так. Ох ты! И сдох на... Классно я зажёг. Вообще, вспышка и сдох сходу. Давайте-ка вооружимся. Так. Опа-на! Есть! Отлично! Жжется! Жжется! Ты, зараза! Сдохни ты! Чёрт! Так. Сдохни. И ты тоже. Чё творится? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Да чтоб тебя... Тут вообще какой-то замес, я не знаю, нереальный просто. Сосюду валит, что-то летит. Классный он там сценарий пишет. Наверняка книга называется «Хрен пройдешь», да? Скорее всего, так и есть. Так. Понял намек. Нифига себе! Нифига себе! Бомбануло! Так. Нормально так. Сдохни. Так. Все, отвалит от меня. Все. Отпустила. Бочка прилетела. Здорово. Так, значит, надо как-то эту атаку, первую волну, прервать просто. Нанести мощный выстрел. Так. Сгори. Так. Есть. Так. Так. Готово. Так. Нормально так. Выжгли. Чёрт! Бочка чёртова. Давайте-ка подберем боеприпасы. Тут фальшфер бесплатно валяется. Перезарядим это дело. Что у нас тут? Ага. Нагнетает, мать его. Нагнетает. Так. Нормально. Круто как! Стреляй! Есть! Неплохо! Так, что там у нас опять? Ой, черт! Ой, черт! Надо все это уничтожить! Так. Все ломаем. Сдохни.
Сейчас мы все тут разломаем, у него не останется просто уже чем в нас кидаться. Для ружья хоть ничего, нахрен ему надо. Я кажется, мне показалось, или я слышу звук бензопилы? Черт! Шестерня вонючая. Так. Нормально. Выжигай. Выжигай ты, ядрить твою налево. Так. Есть. Так. Сдохни. Все. Гори. Так, тихо. Чё это прилетело? Бочка. Так. Мониторы все сожжем. Есть у меня один отчаянный шаг. Так. Есть. Так. Отлично. Еще раз. Что за хрень? Так. Валим. Валим. Все. Так, вылечились. Мониторы надо сжечь. Так. О, как круто. И ни хрена ведь нету. Так. А он даже не выгорает. Вы посмотрите, а. Скотина. Так. Давай. Увернулись. И тебя сейчас надо убрать. Так. Гори. Все, батарейки, батарейки, батарейки. Хватай батарейки, ядрить твою налево. Так. Вот скотина, еще ведь. Хер. Замочишь. Так, подбираем. Все подобрали. Так. Есть, 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 есть. Есть? Нормально, да? Выжгли его. Ух. Неплохо так. Так, а здесь что-нибудь есть интересное и полезное? Потому что я что-то на него прямо затратился конкретно. Давайте-ка сбегаем назад, посмотрим теперь уже. Может, чего-нибудь, глядишь, и осталось. А нифига я не осталось, по всей видимости, да? Вот это вот чё? Не, это тут ничего. Хотя, стойте, что-то сверкало. Ну-ка. Угу, показалось. Во, фальшфейры. Ну, хоть это радует. Так, что-то опять нас боеприпасами кормят. Прям так, знаете ли. Прилично. Твою мать. Твою мать! Так. Гори. Так. Горите. А я сейчас корабль попробую уничтожить. Так. Почему? Почему? Вот и я про то же. Он не мог это прекратить. Чего хорошего было ждать? Что у нас тут? Так. Ох, как его разрывает. И нам хреново. Слишком громко, слишком громко. Не могу думать. Это у меня в голове. Так. Что случилось? Вот так. О, опять этот психиатр. Хартман, все это у тебя в голове. Ты сам все это сотворил. Не-не-не-не-не-не.
А, правда, Уэйк? Давай же. Твои галлюцинации. Ё-моё, это мы уже летать научились. Ага, теперь мы в поликлинику попали. Почему это происходит со мной? Тихо. Коттедж. Нет, Хартман. Выхода нет. Как мне отсюда выбраться? Вот тебе и на. Круто он, конечно, попал. Ну ладно, друзья. Думаю, давайте здесь мы на этом закончим, как обычно. Ведь это конец дополнительного первого эпизода «Сигнал». И продолжение, естественно, следует. Все будет в следующих сериях. Я с вами прощаюсь. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Не забывайте подписываться, если все еще не подписаны. Ставьте пальчик вверх, если вам понравилось. Обязательно комментируйте, а также не стесняйтесь заходить в группу ВКонтакте. Ссылочка снизу в описании под видео. Все, друзья, всем пока!